Константин спрашивает. А как относиться к тем, кто играл врагов царя? А я к ним никак не отношусь. Они являются его ставленниками. Я ко всем отношусь как к марионеткам. У меня есть дело только с Творцом. Зайди в... Я ни разу не видел, но говорят, что там в интернете меня там поливают с ног до головы и везде-везде, где только можно. Ну, по-разному. Ну, да, но в основном. Ну, есть такое, есть. Есть такое. Ты смягчаешь, наверное. Я не знаю, но вот я лично не захожу. Вот по какой причине. Не то, что я не хочу переживать, что во мне так пишут. Это все так заложено, так должно быть, так исходит из Творца. Я отношусь к тем, что пишет, кто пишет обо мне хорошо и кто пишет обо мне плохо, совершенно одинаково. Я направляюсь на Творца, а они, пускай пишут, они работники. Этих надо оттолкнуть, а этих надо привлечь. Так, сяк, неважно как. Я не делаю ничего для того, чтобы уменьшить или увеличить количество тех или других и так далее. Почему? Это не мною определяется. Это определяется состоянием мира. На меня же это не действует, это действует на то, что я хочу миру передать. Значит, это есть какой-то баланс, который должен быть сегодня в мире, чтобы этих привлечь, а этих отдалить и так далее. То есть это мной это не определяется никак. Я должен думать только об одном, как мне быть направленным на Творца. И все. И это советую всем вам.